Значит, мы с вами продолжаем анализ ответов, которые поступили. У товарища Титова Наталья написала работу в целом хорошую, но есть вот такие маленькие недостатки, на которые я хотел бы обратить внимание. Ну вот обмен происходит только Титова. Это я. Это вы, да? Обмен происходит между двумя и более субъектами, вы ставите вопрос. А как вы себе представляете, значит, вообще между двумя? А более может быть только, если вы сначала с одним обменяли, потом с другим. Вот все эти акты обменов многочисленные. А как вы сразу поменяете с тремя? Или если все три объединены в какое-то одно, вот вы с сидящими на третьем ряду можете поменять что-нибудь. В смысле, что обмен возможен только когда два человека или более? Не два человека, а два субъекта. Два субъекта, да. А субъект может быть из тысячи человек. Ну да. Там акционеры могут быть там. Акционеры данного предприятия могут быть. Они меняют свои акции целиком. Там три человека меняют на свои акции и взаимодействуют с теми, у которых, допустим, 20 человек или 25 человек. Так что это вот по-разному. Так. Деньги также являются товаром, обладающим свойством всеобщей. Все правильно написано, только вместо обменности надо написать обмениваемости. А обменности такого слова нет. Свойство всеобщей обмениваемости. Ну, выговаривается труднее. Так, вот написано правильно, вроде бы, труд, целесообразная деятельность, полезная, обществу направлена на преобразование, потом написано природа производства, запятая материальных благ. Направлена на образование природы и запятая производство материальных благ. На что направлено? На производство. А как направлено на производство? Природа производства. Что такое преобразование природы производства? У вас написано там после природы запятой. Нет, после производства есть, следите за запятыми. Так, подписи нет. Анонимка. Так. Дальше. Вот у нас Алена Колесова. Нету. Ну вот у нее тут тоже так в целом неплохая работа, неплохой ответ. Экономические интересы – то, что объективно улучшает положение. Объективно улучшает или ухудшает положение какие-то действия. А интерес – это характеристика положения людей через действия. Характеристика, которая показывает, какие действия улучшает, а какие ухудшает. Но не сами действия. Само действие не является экономическим интересом. Это неправильно. У человека многообразное поле интересов. Он интересуется тем, что ему выгодно. Совсем не обязательно. Он иногда интересуется тем, что ему невыгодно. То есть мы различаем с вами экономические интересы, которые характеризуют положение человека с точки зрения того, что ему выгодно, и психологические интересы. То есть концентрируемая направленность внимания на какой-либо объект или субъект, то, чем интересуется. Вот. Ну вот, так, а так в целом нормально. Можете передать? Передадите. Так, теперь у нас Максютина Екатерина. Она поставила подпись, но далеко-далеко, чтобы там про нее было можно, она, другой человек мог написать, а я еще такая, сякая, раз такая, и подпись. Вот вообще, во всяких документах стараются подпись ставить под текстом, а если нет, то ставят большую букву Z, чтобы никто, нехороший человек, не писал туда, чего не надо. И это конфликтологи должны знать. Не надо создавать почву для конфликтов. Дескать, а мы создадим, а когда будет конфликт, мы его разрешим. А если не будет конфликта, у нас не будет работы. Так. Ну а так все тут очень правильно написано. Единственное, что вот в определении производства такие маленькие детали. Максютина Екатерина, это вы, да? Вот у вас написано совершенно правильно. Производство, процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Посредством пишется вместе. А то получается посредством, это как будто у нее есть какие-то средства у природы. И она есть средства, она платит, нет средств, она не платит. То есть смысл меняется, и как так сказать, получается, вроде бы всего лишь там некоторый огрех орфографический, а получается неправильно. Точно так же, проанализировав выше сказанное, запятую надо поставить. Это что, проанализировав, какой оборот?
Ну, вот видите, вы знаете все. Это о чем говорит? Что вы еще не совсем управляете своими действиями. То есть надо заставить руки делать то, что команда и голова. Правильно? Так, а так все в порядке. Так, правьте, пожалуйста, туда. Теперь вот Усманова Виктория. Очень хорошо все написала. Я тут все пытался придраться, но вот не удалось. Так что все очень хорошо. А подписи у вас нет. Потому что то, что вы написали внизу, это напечатано. Потому что это не Усманова делала. А кто делал? Последний вопрос. Кто делал эту работу? Я могу напечатать на компьютере и написать Усманова? Иванов, Петров, Сидоров. То есть как вы, вот конфликтологи, еще делаете? Так, я уже об этом говорил. Суязова. Тоже все хорошо, подписи нет. То есть напечатана подпись Суязова, что? Я вот. Чего подпись не ставить? Буду ставить. Стыдно, что? А, вы думаете, а вдруг я поставлю, а оценка плохая. А теперь я поставлю, раз она хорошая. Логично вообще. Мудро. Так, переходим к анализу коллективных договоров. Кудрявцева Анастасия. Вторая группа, да? Вот. Тут, значит, вам понравилось, что любая сторона может выступать с инициативой по его пересмотру. Что вам должно нравиться? Ну вот, скажем, когда вы замуж будете выходить, вы еще не замужем? Вам, так сказать, что вот должен, так сказать, жених или потом муж понравится, или вам понравится, что есть возможность всегда развестись? Чем вам больше нравится-то? Я думаю, здесь равнозначно. Равнозначно? Нет, это очень важно, чтобы брак был свободный, необходимый, чтобы каждая сторона имела право отказаться. Это непременные условия, и этот же принцип применяется в таком вопросе, как самоопределение нации вплоть до отделения. То есть мы за единство наций, народов. Но не силком, а мы за единство, которое основано на том, что каждая нация имеет право выйти из этого союза. Но это негативное право. Иметь право выйти – это негативное право. Правильно? А вовсе не содержание этэтого союза, а содержание союза, а содержание коллективного договора, чтобы условия хорошие он создавал людям. Также и семья должна быть крепкой, сказать, и дети должны быть здоровые, а не сумасшедшие и так далее. Поэтому сводить это дело вот только к такому вопросу, ну, это дело ваше, конечно, я бы не стал. Ну и второе, вот вы считаете недостатком, что вот смена организации подразумевает... Не подразумевает, наоборот, сразу же смена коллективного договора. А? Там написано, что смена организации не подразумевает моментальную смену коллективного договора, то есть пересмотр его. Подразумевает организация? Не подразумевает. Ну так это хорошо. У вас были отличные условия. Вы добились этого своей борьбой. Теперь я, ваш хозяин, взял, переименовал организацию, которая, так сказать, ну, сменил организацию. Это запросто делается. Вот присоединил вас еще, вашу организацию к своей, раз, и получилась другая организация. И этого коллективного договора не стало. Вот товарищи, которые делали коллективный договор, совсем не хотят, чтобы то, за что они добивались десятками лет, чтобы было утрачено очень простым способом поменять организацию. Сейчас это делается очень легко, технически. А вам вот это не понравилось. Странно. А вы на как, чьей стороне тут? Я не та сторона. Вот как-то вы так-то странно. Вот. Ну и надо сказать, что вот у вас все, конечно, здорово. Крупные такие буквы. Но читать мне тяжело было. Как странно, да, как-то так. У меня почерк прощальный просто. Такой почерк, что вы... очень тяжело читать. Вам я советовал бы напечатать. Чего-то вас обеспокоило, что всеми доступными средствами будет защищать коллектив свои интересы. Еще вас, почему это вас испугало? Сама формулировка очень упрощенная, лучше было бы ее расшифровать. Что входит в эти все доступные средства? А зачем расшифровывать? Ну, если коллектив хочет напугать работодателя, зачем будет расшифровывать? Всеми доступными будут. Будете так на меня смотреть плохо, смотрите вот. Зачем расшифровывать? Вы действуете по закону, и все. Не написано, что не беззаконными средствами. Законными средствами можно, всеми законными средствами? Но вот всеми законными, да, всеми возможными.
А что, вот и возможно, и те, которые законные. Ну, если подписала администрация, она не возражает. Вот администрация уважает свой коллектив. Она подписала этот договор. Говорит, ну, добивайтесь всеми возможными средствами. Потому что администрация тоже действует всеми возможными. Вот. И они, конечно, законные, потому что среди тех, которые, так сказать, законом не урегулированы, сколько угодно всяких вариантов есть. Совсем не обязательно. Тут не, речь не идет о том, что это же локальный нормативный акт. Поэтому он не может предполагать и подразумевать использование незаконных средств. Правда? Это же норма права. Так. Передайте, пожалуйста. Определение и структура коллективный договор. Так, кто такой? Это надо найти. Так. Риттер Константин Владимирович. Здесь? Нет? Подписи нет. Мне пришло по почте. Как бы. А подписи нет. Вот если мне по почте приходит такое, где нет подписи, я думаю, странная бумага. Обычно такие бумаги сразу выбрасываю. Но тут я надеюсь, что это он есть такой, есть человек. Есть такой человек? Передайте ему привет, что свои документы надо подписывать. Он заболел, но мы ему передадим. А? Он заболел, но мы ему передадим. Почему не передадите? Что, вы считаете, что он никогда не выздоровеет? А, передадите? Ну, слава богу, я думал, что вы такое страшное говорите. Так. Что такое коллективный договор? Значит, мы рассматриваем, анализируем коллективный договор. Вместо того, чтобы анализировать коллективный договор, мы даем определение коллективного договора. Есть конкретный коллективный договор. Чем он хорош, чем плох, да? Чему тут следует из него поучиться? А что вообще вызывает возражения? Какие есть недостатки? Он, если человек такой критерий выставляет, для чего существует коллективный договор, для этого дает определение, тогда понятно. Он пользуется, использует это определение для того, чтобы посмотреть, насколько тот коллективный договор, который есть, соответствует этому понятию. Правильно? Вот. А тут написано, что круг вопросов в коллективном договоре примерно определен в статье 41 такая РФ. Так круг вопросов-то определен. А в этот круг вопросов может какой угодно быть. Круг может быть вот такой, а может быть вот такой. А может такой, что нам не обнять. Поэтому эта вот отсылка от коллективного договора к закону, она носит негативный характер по той простой причине, что в коллективном договоре могут быть условия лучше, чем предусмотренные законом, а хуже не могут быть. Поэтому, значит, уходить от коллективного договора просто к закону, это означает не принимать во внимание именно этот локальный нормативный акт. Содержание и структура коллективного договора определяется сторонами трудовых переговоров. Да не со сторонами они определяются, а соотношением сил этих сторон на самом деле. На самом деле. То есть они формально сторонами. То есть и вы сидите, и мы сидим. Вот наше будет с вами мероприятие, которое называется зачет, оно тоже будет, а содержание будет определяться двумя сторонами. Но в отличие от коллективного договора, я только буду решать, зачет поставить или нет. Так или не так? А вы скажете, давайте обсудим, ставить мне зачет или нет. Я говорю, вы обсудите, когда придете второй раз, и все. И наши, так сказать, отношения не предусматривают какое-то двустороннее соглашение по этому вопросу. Правда? Протесты предусматривают. Вы можете, так сказать, написать директору, ректору. Так? Создадут комиссию из кого? Студентов? Создадут комиссию и скажут, что же вы, Михаил Васильевич, так либерально принимаете зачет. Этих давно надо было выгнать. Так что нет правды на земле. Так? Так надо это ясно на это смотреть. То есть всякое может получиться. Поэтому себя вот гипнотизировать такими вещами, что вот, если до истечения трехмесячного срока договор заключен не будет, то стороны обязаны подписать договор по согласованным условиям. Если мы ни одно условие с вами не согласовали, что подписывать будем? А вы такая попались, что вот стоите на своем, не подписывайте все. Я и так, и сяк, и то, и все. А вы все, не буду. И что? И ни с чем я буду. Поэтому на самом деле вот этот пункт глупый, дурацкий, можно сказать. Потому что никакой это не коллектив. Что значит обязан? Вообще можно ли обязывать подписывать договор? Вот я с вами решил заключить договор. Мы обсуждали, думали, так, сяк. Потом подходит человек и говорит, я вас обязываю подписать. Я говорю, а вы кто такая? А у вас, у меня, говорит, два пистолета. А, ну тогда мы подписываем. Что это такое? Договор, сам смысл договора
не только коллективную, любого другого, не может быть таким документом, который кто-то, кто угодно, хоть государство, может обязывать подписать. Ну, это ерунда. Это вот появилось в Трудовом кодексе как большой недостаток его. И если мы говорим об анализе, если человек хочет уйти от анализа коллективного договора и начать анализировать закон, ну так анализируйте. Точно так же, как я вам рассказывал, что вот определение заработной платы, ну и смешное даже определение. Вознаграждение вам за труд даю я. Вы на меня 8 часов трудились, я за 2 часа вы выработали свою зарплату. 6 часов на меня работаете бесплатно, а я говорю, ну вот, получили, это вам вознаграждение за труд. То есть наша задача какая? Конфликтолог – это не такой человек, который доверчивый, который каждый его может обмануть, так, какой-нибудь подсунув бумажку, или что-то написав, или напечатать. Или тот, который понимает, что бывают законы хорошие, бывают плохие, они меняются. Конституция будет. За нашу Конституцию кто-нибудь голосовал, которая сейчас есть? Кто-нибудь голосовал за нее? Я не беру мелкие факты, а то прям мы тут вот прямо обожествляем то, что тут какие-то пункты есть. Ну как вы считаете, кто-нибудь голосовал? Было голосование по Конституции? А? Было? Ну как вы представляете себе голосование по Конституции? Можно я вам расскажу? Я был членом Конституционного совещания. И я представлял один из проектов Фонда рабочей академии, который получил, так сказать, большое одобрение, большого числа людей. Но ни один проект на голосование не ставился. Как обычно делается? Вот было всего 5 проектов Конституции известных. Проект комиссии Верховного Совета, это того совета, который расстреляли. Так, раз. Проект называется проект комиссии Румянцева. Председатель Ельцин, секретарь Румянцев. Вот поэтому обычно называют его проектом комиссии Румянцева. Второй проект был вот тот проект, который считается Конституцией. Третий проект был Собчака. Четвертый проект был лидера нашей, так сказать, известной партии Жириновский, да? ЛДПР. И пятый был проект Слободкина, вот разработки которого я тоже принимал участие. 5 было проектов. Как надо было сделать? Сначала надо было провести было голосование, чтобы определить 2. Почему? Потому что, ну, если сразу один не получит большинство, не просто принявших участие в голосовании, пришли 30%, 16% проголосовало, это будет Конституция законной? Нет? Нет. Потому что при голосовании за Конституцию полагается, чтобы проголосовало более половины граждан, имеющих право голоса. Ну, то, что на этот самый на голосование обозначено как голосование в Конституции более половины не пришло, это само собой. Но ничего и не выставлялось на голосование. Надо было проголосовать, скажем, 5 в первом туре, определить 2. Ну, вряд ли какой-нибудь, скажем, закон сразу получил. При том расколе, который был между Верховным Советом и президентом Ельцином, которого Конституционный суд, возглавлявшийся Зорькиным, который сейчас возглавляет Конституционный суд, объявил его указ неконституционным и деятельность его неконституционной. И вот при таком расколе ожидать, что вот прямо большинство будет за этот проект, даже нечего было думать. Поэтому, ну, проголосовали первый раз, получили какие-то 2 проекта большинство. Дальше надо поставить эти 2 на голосование. И если один наберет больше половины голосов тех, кто имеет право голоса в Российской Федерации, тогда он будет Конституцией. Проект становится Конституцией, проект Конституции. А если он не наберет? А проводился просто опрос. А вот я прихожу к вам после расстрела Белого дома и спрашиваю, а вы признаете Конституцию Российской Федерации? А? Вот, видишь, она признает. А вы? И она признает. А кто не признает? Кто не признает Конституцию Российской Федерации? Вы не признаете? Так, вывести его сейчас же. И я услышу, что с ним будет. Значит, этот вопрос
никакого отношения к Конституции, к проектам не имеет. Была Конституция, а проекты еще не стали Конституцией. Этот вопрос относится к той Конституции, которая была, Конституция РСФСР. Так вы, если вы не признаете Конституцию, так вы против основного закона. Вас надо сразу повязать, правильно? Не какой-то там закон, а против основного пошла. И можете себе представить, и сидит на первом ряду. Это безобразие. Черт тебе что происходит. Короче говоря, проголосовали, как бы присоединили тот проект, за который никто не голосовал, к этому голосованию, или голосование к этому проекту присоединили. И на этом, так сказать, процедура закончилась. Причем эта практика широко распространенная в отношении Конституции. Как вы думаете, вот Конституции советского государства, она по законам царским или по законам, которые действовали до Советской Конституции, она законная? Нет. Но если новый класс приходит к власти, он объявляет всю прошлую законность, выкидывает ее, так, и говорит, что она вся эта перестает действовать, а действует только это. И преследует тех, кто будет по тем нормам действовать. Поэтому обычное дело. То есть Конституции всегда обычно не голосованием утверждаются, а силой и классовой борьбой, конфликтами. Конфликтами Конституция утверждается. Если я хочу новую Конституцию, я пойду на конфликт с теми, кто поддерживает эту Конституцию. А как еще? А так думать, что вы будете голосовать? Какая есть Конституция? Сейчас будет большинство все за нее. Будет другая, будет большинство за ту. Ну, а тут мы говорим всего лишь, так сказать, о какой-то норме, там, одной и другой. Поэтому вот анализы здесь вот у товарища, который написал такую хорошо оформленную работу, но не подписал правильно, потому что анализ не соответствует задаче. Да. Максютина Екатерина. Так. Подпись есть. Все правильно подписано. Все хорошо. Коллективный договор ЗАО «Первый контейнерный терминал». Вот просто коллективный договор. Это раз заголовок. Правильно заголовок? Вот я, если свою деятельность сейчас буду вот оценивать, я напишу анализ работы Максютина Екатерины. А не Максютина Екатерина, потому что Максютина Екатерина – это портрет, надо маслом писать. Красивый портрет будет. А что я тут начинаю свои замечания делать? Кому нужны эти замечания-то? Хороший портрет. Значит, должен быть анализ коллективного договора, исследование коллективного договора. Так, и критический анализ коллективного договора. То есть, что требуется от вас? Критическим взглядом посмотреть на этот документ. Правильно? И это настраивается уже вот на работу определенную. Если вы, так сказать, не так к себе заголовок поставили, то и это ухудшит дальнейшее исполнение. Поэтому вы рассказываете, что коллективный договор регулирует трудовые отношения. Еще бы не хватало, чтобы не регулировал. Также к положительным сторонам можно добавить, что размер и механизмы оплаты труда фиксируются в договоре и распространяются на всех сотрудников. Это во всех договорах и всегда. Это и норма из закона. Ничего тут нет про коллективный договор. Вот. Сократит время обсуждения вопроса о зарплате. Да, время зарплаты, да, скажем, все вопросы, если они не урегулированы, там все очень просто сокращается. Дескать, вот сколько заплатил, столько и заплатил. Вот и все обсуждение. Вот. И сокращает, и устраняет основу конфликта. Нечего конфликтовать. Сколько дал, и вам столько и дал денег. Идите отсюда. О, какой конфликт? Будете конфликтовать, будете за воротами. Раз ничего вы не защищены. Защищены от того, что я вас выставил за ворота, если я хозяин. В этом договоре. Да или нет? Там согласование с профсоюзом. А вы скажете, знаете, я член профсоюза Российского профсоюза докеров. Извините, пожалуйста, я остаюсь. И все. Можно уволить человека, члена Российского профсоюза докеров, без согласования с профсоюзом? Нет. Вот вы сидите, скучаете, вы в профсоюзе, профсоюзный босс. Я вам бумажку говорю, вот хочу ее уволить. Она уже в слезах, все, меня увольняет. А вы ей говорите, да ладно, не плачьте, никто тебя не уволит. Я прихожу, подпишите, что я ее увольняю. Говорю, а вы говорите, я не согласовываю, пишу. Вот так вот размашься, через все вот так. Я не согласовываю, подпись свою. И все. Чего там я написал, мало ли чего я хочу. Это важно или не важно? Чтобы люди чувствовали себя. Не так, что сегодня вы работаете, у вас зарплата, у вас есть какие-то деньги на житье, а завтра у вас раз и выкинули за ворота. Что это такое?
Так что вот это вот не так получается на самом деле. То есть это так. Контексты пошли теперь негативные стороны, позитивные не раскрыты. Можно здесь и то, что отдельные работники могли бы получать более высокую зарплату в случае заключения индивидуального договора. Индивидуальный договор и так все заключают. Это по закону. Это нельзя противопоставлять. Коллективный договор – это подарок. Коллектив делает сам себе. Потому что если он этого не сделал, подарка, никогда ему работодатель не сделает. Потому что коллективный договор требует от работодателя дополнительных затрат на осуществление тех мероприятий, которые сверх того, что предусмотрено законом. Вот отпуск там 28 дней, а тут 30 в коллективном договоре. Там при вредности, скажем, дают бутылку молока, а тут дают две бутылки молока и так далее. Поэтому никак вот ожидать такого подарка не приходится. И такая история не знает таких подарков, потому что мы же говорим о том, что выгодно. Я предприниматель, у меня цель – прибыль. И с какой стати я вот должен буду вот взять и улавливать? Вот если я очень продвинутый предприниматель, то я могу думать, вот если они будут хорошо есть, они, возможно, работать будут лучше. А возможно, они будут хорошо есть, а потом потребуют еще больше. Тогда лучше оставлю им столько. И так далее. То есть это вот вопрос. Так что, а индивидуальную зарплату человек один. Что вы можете один противопоставить предприятию там? Вот, скажем, миллиардер Лисин, собственник Морпорт СПБ. У него 17 миллиардов долларов. Вы собираетесь с ним воевать, договариваться, сколько вы получите. Да я потому и миллиардер, что вам столько не дал. Откуда я миллиардер, скажите, пожалуйста. Я что, сам работаю? Кто работает? Кто наработал миллиарды? Кто? Ну, те работники, которые у него есть. Так если я буду это, все это вам тут, вам давать, вам вон сколько вас сидит, а я один. Все равно вы богатыми не будете, а один я буду. Поэтому ничего я вам не собираюсь повышать. Вот обычная картина такая. В целом коллективный трудовой договор, он не коллективный трудовой, он так никогда не называется. Коллективный договор закрепляет договоренности двух сторон, ну естественно, и фиксирует их обязанности и права. Пустота. Так. Кому? Верните. Значит, это вот очень большая проблема. Это не претензия у меня к вам лично. А очень большая проблема. Как избежать банальностей? Вот как? Любой, особенно научные работники, вот они станут доцентами, потом профессорами. Вот напишут. Хотел что-то творческое написать, а получилось воздух сух, как гвоздь. Ну, какая-то вот ерунда. И потом вот люди пытаются, вот в дипломе вы будете доказывать. Я впервые, а что впервые вы доказали? Ну, что-то свежее или что-то новое в науке. Наука этого состоит из того, чтобы давать то, что не дали другие. Вот, скажем, у нас есть преподавательский состав. К нам предъявляется требование, что мы получаем зарплату при одном условии, что мы соответствуем требованиям, которые предъявляются к преподавателю. Какие требования? А. Вести учебную работу. И Б. Вести научную работу. А что значит научную работу? Научной считается работа, если там что-то новое. Вот, скажем, пока идет еще образование ваше, от вас не требуется. Пока вот не закончена высшая школа, и не требуется нового, выйдите на тот уровень, который есть в науке, и все. И большое вам спасибо. И отлично вам. Нет, а как только вы становитесь аспирантом или значит, готовите кандидатскую, тем более докторскую, вот вы должны доказывать, что это вы сделали впервые. А я докажу, что впервые сделала она. А вы, значит, туда пролетели. Не можете вы защищаться, если это не впервые. И все. И как эту новизну показать? Вот большой вопрос. Я, поскольку мне приходится еще выполнять функции главного редактора газеты, это обижаются коллеги, что на них вычеркивается огромными кусками то, что они написали. Я говорю, откуда у вас столько мыслей? Вот у меня, если есть моя мысль, то одна. И то я не уверен, что она вот вполне моя, которую докторскую защищал. Это же большая проблема. Как доказать, что это твоя? Ну, вроде признали. А может, не разобрались. Поэтому это вот очень большая. Это все мы. То есть это не вот претензия моя, так вы. Просто это очень сложная задача. То есть вот у вас серьезный документ, вы в нем изюм. Вам я дал булку с изюмом, а вы, значит, это дали мне это, упаковку. Дали, а булку с изюмом сами съели. Я не знаю, куда вы дели, дали мне упаковку в своей работе. Что там написано? Коллективный договор.
и написано «производство того-того-того». Это вот задача. Так, еще кто хочет, что... Ага, вот у нас есть творцы. Зантман, Екатерина. Это? Вот, она тут сидит, она хорошие вещи обычно пишет. Сейчас посмотрим. Так, Екатерина. Так запаковала, чтобы не распаковывая поставить зачет, я понял. Подписи нет, понятно. А чего вы не ставите подпись? Стыдно, что ли, вам? Стыдно, да? Ну ладно, сейчас буду искать, за что вам стыдно. Так, нормативная база деятельности организации. Это вы все определяете то, что не входит в коллективный договор. Определение основ деятельности организации, направленных на установление взаимодействия. Четко определяется стороны организации. Ну, понятно, это, ну, ясное дело. Еще бы не хватало, чтобы стороны не определились. Так, предусмотрена возможность внесения изменений в поправок на настоящий коллективный договор. Это в кодексе, в трудовом кодексе написано. Это вы демонстрируете, что вы его не прочитали. Коллективный договор тут ни при чем. Это норма закона. Закреплен механизм согласования действий сторон по наиболее важным вопросам. Так, это вот интересно. Например, изменение штатной численности, специализирующиеся на различных видах труда работников, производится по согласованию и с учетом мнения правкомов. Ну вот вы такое хорошее начали писать, потом взяли и сами испортили. Так с учетом мнения это что означает? Вы знаете, что такое учет мнения? Читали? В чем состоит? Чего вы про него пишете? Это ничего не означает. Ну, не совсем ничего. Вот, допустим, я решил вас уволить. Так? Я генеральный директор, а вы работник, так? А вы вот председатель правкома уже. Тут сидите, и я с вами все... Так, и никакого согласования я вот в следующем там послушался, переименовал организацию и выкинул это согласование. Нету в коллективном договоре. А учет мнения по закону есть. Обязан. Учет мнения означает, что я, значит, составил приказ об увольнении товарища Зайтмана Екатерины. Но согласно процедуре учета мнения, которая предусмотрена кодексом, я должен обосновать. И обоснование дал. Потому что она плохо работает. А вы говорите, никогда. Ни за что. Это наш человек, она хорошо работает, а вы вообще не понимаете, что вообще сказать, как то хорошо работает, то плохо. Так, а поскольку вы освобожденный профсоюзный работник, я вас уволить не могу. Вас члены профсоюза содержат. Я смотрю на вас злыми глазами, но укусить не могу. Так, тогда вы сообщаете мне, я обязан с вами провести консультацию. Вот не с вами, а с вами. И мы садимся. Только теперь это вот раз консультацию я провожу, я выставляю вам бутылочку или кофе. Что будете пить? Кофе, чай. Так, мы с вами проконсультировались. Вот после этого я могу издать приказ. Не важно там, что мы говорили. Это не важно. Это в законе не предусматривается какая-то оценка этого. После этого я ее увольняю. И все. А вы можете обращаться куда хотите, в Рострудинспекцию, в суд, и она может обращаться. Обращайтесь, находитесь, ноги сотрете. На конфликт я иду. Какой конфликт? И увольняю. Сплошь и рядом увольнять людей. Поэтому это вот если бы поставили точку, не написали из учета мнения правкома, это было бы замечательно. Я только хотел сказать вас возвысить, а тут вы взяли и сами спрыгнули с вершины. Что снижает вероятность, то есть что получилось, то есть согласование просто исключает вот такие вот действия, когда без фактического учета позиции коллектива можно взять и убрать работника. А учет мнения означает отложение его на пару дней. То есть я сразу не могу вас уволить, а я должен получить от правкома мотивированное мнение, вы мотивировали чем-то. И после этого провести консультацию, потом только принять решение. И все. Но решение я приму такое, какое наметил. Вот как я наметил, написал, так и будет. Но с задержкой. Вас радует задержка? Не сильно. Так, определен порядок разрешения коллективных индивидуальных трудовых споров на основе действующего законодательства. Но неужели на основе бездействующего законодательства или недействующего? Может быть. Ну что вы пишете? Определение механизма утверждения нового коллективного договора, внесения изменений, переговоры, комиссия, сбор предложений, согласование решения комиссии. А на самом деле должен один умный человек сесть, вот взять, допустим, вот этот проект, вот кто-то мне тут его принес,
Я вот имел в виду, я подарок вам делаю для чего? К вам обратятся по поводу коллективного договора? Вы даете? Говорите, вот возьмите вот этот текст, выкиньте там докеров, напишите там тех, кто работает, потому что споры все примерно одинаковые. Ну, понятно, там раскрепление грузов и прочее, это все не нужно. А то, что относится к тому предприятию, которое имеет место, вы туда записали и получили проект коллективного договора. Проект надо когда? А что, сразу вы будете нести его на комиссию? Вы сначала несите его в коллектив, чтобы коллектив поддержал. Если коллектив не поддержал, нечего приходить на переговоры. А в кодексе написано, приходите на переговоры, там составляете договор. То вы составите. Я вам пошлю двух юристов и экономистов. И они будут вас гасить все время. А вы должны сделать так, что уже за ваш проект, уже весь коллектив. Вы говорите, вы это должны на 3 месяца освободить тех, кто участвует в переговорах. Но поскольку, если вы сразу согласитесь, то и не надо освобождать. Давайте подписываем и будь здоров. А я вот как руководитель оказываюсь в таком положении, что мне надо конфликт с коллективом идти, который свою позицию определил. А мне это не надо. Меня же и уволят. Это вас будут долго увольнять. Меня-то завтра уволят. Вы же знаете, что такое генерального директора уволить. Ничего не стоит. Так, функционирует система информирования. Составление характеристик. Работники получили право участия в управлении через своего выбранного представителя, участие в заседаниях. Да сидите вот сколько угодно, вот у меня там акционеры, они решают, а вы сидите. Мне не совершенно какое-то участие в управлении. Да у нас не секретное заседание. Там мы будем принимать решение ухудшить ваше положение, а вы слышите. Ну, информировали. Все равно вы об этом узнаете. А вот дальше у вас социально-экономические гарантии безопасности работников. Тут есть хорошо. Вот дальше у вас говорится, что вот в случае, там, если работник получает увечья, система повышения работников посредством проведения ежегодных семинаров, если предполагается ликвидация организации, при сокращении численности штата, что делается, предоставление прав досрочного выхода на пенсию. Наконец, вы выплыли там. Выплыли и начали. Это вот, знаете, когда кран откроешь, там сначала идет ржавая вода, надо ее пропустить. И после этого пошла уже чистая, хорошая вода. Вот пошла чистая, хорошая вода. Гарантировано предоставление дополнительных отпусков. Осуществляется предоставление суток бесплатного стоматологического обслуживания. Кое-то веки где вы найдете бесплатно? Я вот вам по секрету скажу, что я вот летом делал себе протезы зубные. Все мои отпускные ушли 50 тысяч ровно на нижнюю часть. А у них он принесет справочки и скажет, оплачивайте. И мы за бухгалтерию оплатили. Видите разницу, нет? Так, организация досуга для всех работников. Льготные путевки в лагеря, билеты на новогоднюю елку и подарки. В подарке написано, что туда настоящий шоколад класть, а не плитки сахарные. Не заметили? Вот если вы не напишете настоящий шоколад, обязательно плитка будет соевая. Вот у меня внучка сразу, она делает, когда эти покупает для детей, эти самые шоколадные яйца, она сразу раскрывает, это сразу выбрасывает, которую есть нельзя, там ничего там нет, вкусного нет, и начинает игрушку там доставать. Кто их ест? А бизнес колоссальный. Так, представляется следующий бонус у работников. Бесплатные пропуска на территорию организации, проезд на личном транспортном средстве, ход содержания организации и так далее. Вот, очень все хорошо идет. И дальше. Закрепление положения по охране труда и здоровья работников. Закрепление механизма оплаты труда. Вот, видите? Определенный размер тарифной ставки. 6600. Это не размер тарифной ставки, размер минимальной тарифной ставки. Тут у вас маленький объем. Минимальный. Вот у нас МРОТ, допустим, один, а тут больше. Ну, не намного. А вот начисление приработок за перевыполнение норм труда, это вот да. Коэффициенты, повышающие за работу в зимнее время на открытом воздухе. Условия платы по среднему заработку прописаны. Плюс условия произведения доплат, плюс сверхурочные в этом размере. Командировочные расходы. Для отсутствия работы можно предоставить право покинуть рабочее место с оплатой в размере 3 часовых тарифных ставок за смену. При отсутствии работы 3 часовых тарифных ставок.
А как вы думаете, а в законе 2/3 тарифа, 2/3 тарифа, а у них 3 тарифных ставки. Видите разницу? 2/3 или тарифа, или 3 тарифа. 3 тарифа у них и так далее. Определение гарантии общественной деятельности. Ну, конечно, в целом оценка положительная, безусловно. Значит, совет. Выкидывайте смело лишнее. Вот вы написали что-нибудь. Вот у вас есть глыба гранита. Вам нужно сделать скульптуру. Что вы делаете? Берете и все лишнее отбиваете. Остается у вас скульптура. Так и здесь. Вы написали. Когда вы пишете, не надо себя ограничивать. Пишите все, что пишется. А после этого берете ручку и зачеркиваете то, что не нужно. И становится хуже или лучше? Лучше. И все. Так, я думаю, вы лучше вложите сами. Так. Это сложная задача, которую я вам дал. Это непростая. Это вот так взялись, лихо ее делать и правильно сделали. Но это действительно сложная задача. Вычерова, Алина. Да. А вот анализ коллективного договора написан. Уже приятно читать. Анализ есть. В данной работе я проанализировала коллективный договор ЗАО «Первый контейнерный терминал». Держись. Так, договор состоит из двух частей. Ну, это можно было бы, это особенно. Так, и, конечно, правильный анализ, но это можно было. Дескать, я умею считать до двух. Примерно так показать. В каждой из частей я выявила положительные и отрицательные стороны. Вот это да. Это по существу. Выведение. Плюсы. Заявлено, что коллективный договор заключен в соответствии с трудовым кодексом. Я бы тоже. Еще бы не хватало, чтобы он не в соответствии был. Вот еще бы не хватало. Это плюс. Ничего себе. Инициатором коллективных переговоров по изменению вправе выступить любая сторона. Написано в кодексе. Тоже дало из анализа. Запрещены локальные акты, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством. Это законом запрещено. При чем тут это? Или ТК? Что хорошо для работы. Да хорошо, это оно хорошо, но это не относится к коллективному договору. Это характеристика трудового права. То есть вы как бы показываете, что вы больше знакомы с коллективным договором по КТ, чем с трудовым кодексом. Но я это заметил. В пункте 1.6 указано, что стороны в процессе реализации коллективного договора должны стремиться избегать конфронтации. Это общие слова. Вот прежде чем, значит, эти боксеры начинают себя калашматить, они пожимают себе руки, а потом раз и нокаут. Один уже валяется, у него сотрясение мозга. Это общие слова. Это что означает? Ну, конечно. Неужели кто-нибудь скажет, я буду с вами идти на конфронтацию? Никто не будет говорить, я буду всячески все делать, все, только хорошее. Только хорошее. А вы тем более будете делать только хорошее. Множество раз указывается, что работодатель должен большинство изменений и решений принимать только после обсуждения их с правкомами. Да обсуждать они сколько угодно могут. Вот обсудили с вами, и я принял решение. Ничего не значит это обсуждение. Вот согласование с правкомами значит. Вот я, пока она не подпишет, все мои эти акты ничего не значит. А вот обсуждать я сколько угодно могу с вами обсуждать. Часами. С вами всегда. С удовольствием. Будем сидеть. А я свои бумажки пообсуждали, я бумажки подписываю. Я подписываю. Каждый раз обсуждаем, я подписываю. А вы ни на что не влияете, потому что все, за вами остается одно право – обсуждать. А караван идет. Так что это все не глубоко еще. Пункт такого договора распространяется на пенсионеров, покинувших организацию. Это вы нашли вот то, что на самом деле существенно. Минусы не обнаружены. Но это не говорит, что их нет. У меня, говорит, тщательный был анализ, минусов не обнаружено. А может такое быть? Вот у меня есть недостатки, у вас есть, а у них нет. Верите вы это? Вы верите, что нет недостатков? Я не верю. Ну, не обнаружено, вы правильно написали. Основные обязанности работодателя, правкомов, работников. Все обязанности прописаны понятно и рационально, нет ничего лишнего, нет размытых формулировок. Ну и ничего такого содержательного, чтобы заслужило вашего внимания, тоже нет. Правильно? Минусы. Обязанности оформлены по-разному, форма разная.
что неудобно для восприятия. Ну и бог с ним. Это для существодела не имеет никакого значения, потому что будут решать, есть какой-то пункт, который защищает, там, усиливает защиту или нет. Обязанность работодателя. Вот, смотрите, вот плюсы. Работодатель обязуется согласовывать свои действия по изменению организации производства с правкомами. Но это очень сильно, это очень трудно добиться. Не просто не по улучшению условий труда, а по организации производства. Потому что как производство по-другому организовано, сразу все это будет отразиться и на условиях труда, и на оплате. Правильно? Поэтому это вот, если бы один такой пункт нашли, это было бы хорошо. Если я у вас один пункт такой нашел, это уже хорошо. Это сразу вас выводит на высокий уровень. Так, в том числе пересмотр норм труда при внедрении новой техники. Новую технику поставили? Вот, и под это дело, раз, и нормы так изменились, что зарплата сразу упала. А надо пересмотр норм труда согласовывать. Работодатель обязуется всеми способами способствовать развитию самоуправления трудовых коллективов. Ну, это вот если меня сейчас скажут, вы обязуетесь всеми способами развивать образование студентов этой группы. Да я всегда подпишусь под этим. Неужели я не подпишу? Как вы думаете? А вы обязуетесь всеми способами улучшать свою подготовку по конфликтологии. Вот если я вам такую бумагу на подпись принесу, да вы сразу размашисто. Тут-то вы не откажетесь подписать, правильно? То есть надо вот эту вот всю болтовню улавливать. Конфликтолог – это человек, которого… Он даже слушает эту болтовню, но он сразу пишет «болтовня, болтовня, болтовня», отмечает у себя бумажки. А потом говорит, мы ваши выслушали, ваши интересные выступления, вот один, я хотел бы остановиться на одном пункте. А это всю пустоту, не надо ее принимать во внимание. То есть надо быть таким мудрым человеком, который… Мудрый знает, что такое, нет? Кто знает, кто такой мудрый? Чем отличается мудрый от умного? Объясняю. Умный знает выход из любого положения, а мудрый просто туда не заходит, в это положение. И мы должны тут мудрыми быть. Конфликтологи – это мудрые люди. Вот минусы. В пункте 3.2.22 работодатель обязуется в случае ликвидации, банкротства организации устроить работников не менее чем на 90% рабочих мест, вновь образуемых на базе имущества. Непонятно, как работодатель сможет это выполнить, если он потеряет все свое имущество. Да он никогда не потеряет. Он все это прекрасно знает, что эти преобразовывают свое имущество и делают вид, что они его потеряли. Взять имущество, передать другой организации, да и все. У меня нет никакого имущества. Вот откройте сберкнижку. Можете открыть? Да? Я вам разъясняю. Можете открыть сберкнижку. Открыли. Теперь откройте другую сберкнижку. Вот на первую сберкнижку положите 1000 рублей. И скажете, что с этой 1000 рублей я вам буду на праздник что-нибудь покупать. Потом возьмите и с этой 1000 рублей переведите с этой сберкнижки на вторую сберкнижку, и все. И скажете, ну я бы с удовольствием вам бы что-нибудь купил, но тут ничего у меня нет. С рублевого счета на валютный счет переведут, и все. И нету денег, нету на счету. Все дела. А есть еще зависимые организации, которые тоже имеют свои счета. Поэтому вот себя не надо этим гипнотизировать. Что вот прямо не стало имущество. Куда оно? Разгорелось, что ли? Никуда оно не сгорает. Сколько угодно всяких вариантов есть, которые могут делать работодатели для того, чтобы изменить форму организации. И было, вот было ЗАО, первый контейнерный терминал, уже не ЗАО, сейчас АО. Закрыто, это никто сунуться не может туда, никто не может ничего купить. А АО, акционерное общество, не сказано открытое и закрытое. Уже другая форма. Так, ну дальше вот плюсы всякие отмечаются очень хорошо. Как и в прочих случаях, по рабочему времени. Изменение графика, увольнение и так далее согласуются с правкомами. Это вообще большая редкость. Вы почти ни у кого не найдете в коллективных договорах согласования. Ни у кого. Вот у нас недавно в тяжелое положение попал наш Горэлектротранс. 11 тысяч человек.
Им провели специальную оценку условий труда и сказали, что вот у вас вот там вы трясетесь в этом самом кругом электротоке. Я пришел, посмотрел, да вы вот так хорошо выглядите. Я думаю, вы на свежем воздухе все время работаете, как бы вот соловьи кругом поют. И вместо всей вредности убрал. А раз не вредный у вас труд, значит, нечего и приплачивать за вредность, правда? И отпуска не надо давать дополнительные. И все у них убрали. И все. А у них все написано. Учет мнения, учет мнения, учет мнения. Нет согласования. И все. И все потеряли в одночасье. И ничего не могут сделать. Так что это очень важно. Так, ну в целом у вас хорошая работа. Вы Чуровой Алине, пожалуйста, отдайте. Работа хорошая. Так, Щукина. Щукина, вот, Евелина Евгеньевна. Краткий анализ коллективного договора. Чтобы мне не затрудняться. Есть человек, который обо мне подумал. А то говорит, я напишу много, и начнет там копаться, и найдет какую-нибудь ерунду. А так пусть попробуй. Сейчас попробую. Стабильная занятость. В трудовом договоре ответственность обеспечения работника работы возложена на работодателя. Так. Регулярная оплата труда. Ну, это регулярная оплата труда, она... Вы же здесь... А потом вы даете ссылки не на коллективный договор, не на одну страницу, а только на кодекс. И что тогда? При чем тут такой договор? Ну, если я анализирую коллективный договор, ссылки на что я должен делать? На соответствующие пункты коллективного договора. А это, значит, считайте, этот пункт пролетел. Договоренность. А вот есть у вас и пункты дальше. При нарушении сроков выплат причитающихся работников уплачивайте их с уплатой процентов. 3, 5, 27. Вот. Оплата сверхурочной деятельности в двойном размере. Ну, это она сам, а по закону. А по закону первые полтора часа в полуторном размере, а потом в двойном. Так что это не намного, но все-таки есть. Договоренность по рабочему времени. Работникам, подписавшим срочный трудовой договор, должны предоставляться оплачиваемые отпуска. Ну, это же что? Это написано в законе. Ничего такого коллективного договора тут не дал. Ничего не дал. Если он ничего не дал по сравнению с доказательством, он пустой. Надо посмотреть, есть дополнительные отпуска. Тогда это то, что стоит отмечать. Нет дополнительных отпусков, нечего и говорить. Социальное страхование. Работник подлежит обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 3.3.32. Это хорошо. Кто будет оплачивать страховку, подлежит? Кто будет страховать ее? Сам работник себя или предприятие будет страховать? А? А что они написали? А он просто подлежит. Какой-то стиль такой взяли, подлежит. Студенты подлежат тому, чтобы их спрашивали на зачетах строже. Что такое подлежит? Так. Ну вот дальше вы называете пункты. В случае получения работником какой-либо травмы, у него возникает право на страховую выплату, предусмотренную федеральным законом. Но если федеральным законом, это к трудовому, к этому коллективному договору не имеет отношения. А у вас и больше. А также к семьям иждивенцам, потерявшим кормильца, 3.3.53. Это уже из коллективного договора. Прием на работу ставших инвалидами в связи с трудовыми вещами, 3.3.55. То есть у вас есть, но вот сами вы должны посмотреть, нет ли в этом кратком анализе лишнего. И он будет еще более краткий. Так. Евелине Евгеньевне. Передайте. А подпись есть у нее? Я сейчас посмотрю. Есть. Черным. Черным не советую вам подписывать, товарищи конфликтологи, потому что это может быть ксерокопия. А ксерокопия делается очень просто. Берется подпись на ксероксе, берется этот. Цветной тоже можно сделать, но там всегда чувствуется, что цветной. Но есть такие ксероксы цветные, что почти не чувствуется. Надо затруднять этим жуликам работу. Задание студент Белый Владислав. Анализ коллективного договора закрытого акционерного общества первый контейнерный терминал. Социально сильные стороны. Так, кто у нас? Вот. Владислав. Основные преимущества договора можно найти уже в обведении. Любые нормативные акты, которые ухудшали положение работника по сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором или соглашением, являются недействительными. Так это относится к любому коллективному договору. Но если коллективный договор – это нормативная часть права, то, следовательно, любые, те, которые
хуже создают условия, чем в законе и в коллективном договоре, не действительно. Ничего тут такого нового тут в этом. Любой договор возьмите, это к любому, а к любому то есть не надо и вспоминать. Плюс самого договора, который в принципе есть. А? Это плюс самого договора, который в принципе есть, и у многих его вообще нет. Это принцип вообще договора коллективного. Если есть коллективный договор, хоть есть. То есть это вот вы начали с бытия. Если договор есть, это лучше, чем его нет. Но пустой, он то же самое, что ничто, если он не устанавливает гарантии выше, чем в законе. Правильно? И он сразу превращается в ничто, если не устанавливает таких гарантий. Так, наличие самого коллективного договора, который заметно улучшает условия труда. Ну, как это наличие самого, который заметно улучшает. Так улучшает или не улучшает? Как-то непонятно. Непонятно, он улучшает. Как-то так. Весь упор сделан на наличие самого коллективного договора. Согласно данному договору, любая реорганизация должна производиться с учетом мнения правкома. Я уже на эту тему говорил. Не сильно это здорово. А вот также любые сокращения. Также это не также, это очень важно. Любые сокращения работников не могут происходить без согласования с правкомом 3.1.1 и 3.1.4. И это защищает работников от произвола со стороны управленцев. Так, это очень важно. Вот хорошо. Договор позволяет работникам обучаться смежным профессиям по смете, согласованной с правкомом. Согласованной с правкомом. А то я выделил вам 3 копейки на обучение. Обучайтесь. В пределах 3 копеек. Я уже профсоюз знает, что не укажешь, так сказать, объем в сметы. Ну, это сводится к тому, что в один раз посидят, поговорят и все. Ежегодно повышение курсов, повышение квалификации работников 3.1.18. Обучение работников опыту работы других портов. Люди съездили в Антверпен и в другие порты, в Германии, и увидели, что они работают не хуже. А когда они оттуда приехали, сказали, так тогда давайте и зарплату нам не меньше. Тем более, что они все расчеты там в порту в долларах. А почему-то там нам меньше платят. Вот спасибо вам. Мы благодаря коллективному договору съездили, посмотрели, давайте. Так. Огромным плюсом является то, что в договоре прописаны многие нормы по охране труда и здоровья, вплоть до количества микроволновых печей в комнатах отдыха. Правильно. Нету, там люди с холода пришли, быстро надо сделать, перекусить, попить чай. Минусом этого договора может стать то, что он был заключен всего на 3 года. Не является это минусом договора, это минус законодательства. Оно не разрешает. Законодательство, заключение договоров больше, чем на 3 года. И обращайтесь выше. А вы вниз пошли, а вам надо наверх. Предлагаете в законе изменить. Можно еще продлить на 1 раз. 1 раз. А 2 раз уже нет. Поэтому получается 3, да еще 3 можно продлить. По согласованию, конечно. А если, так сказать, на 3-й раз, ну, на 3-й раз надо сделать вид, что он заново как бы создается. А это значит, можно все обрушить. Вот тут какая беда. Так, в случае использования организации навыков, приобретенных работником самостоятельно, период работы в организации компенсируется только до 50% затрат работников. Договором установлены довольно маленькие перерывы на отдых, 24 минуты при смене в 7,5 часов. Это кроме обеда. Ну, маленький, конечно, на холоде или в жару, там, 30-градусную, а у них там в кабинах получается все 40. Так что дальше вот анализ правильно сделан, все, вполне удовлетворительно, хорошо, можно сказать, даже отлично. Так, а это что-то такое, ага, Гусев, Глеб, нет Гусева, анализ есть, а Гусева нет. Ну, это хорошо. Ленин тоже письма писал ЦК, больной был, письма к съезду. Так, прежде чем анализировать вышеуказанный договор, нужно понять, для чего его вообще заключают. Чувствуете, какая мысль глубокая? Правильная мысль. Черт. Сейчас узнаем, для чего. Коллективный договор про... А потом пишут, что это такое, а для чего? Это своего рода документ, который позволяет как работодателю, так и работникам в лице профсоюзов или уполномоченных представителей защищать свои интересы законным путем, а также контролировать исполнение обязанностей друг друга. Ну, это правильно. Теперь обратимся к нашему коллективному договору. Так, в чем сильные стороны?
детальное рассмотрение всех пунктов и ситуаций, которые могут возникнуть как на производстве, так и вокруг него. Это правильно. В данном договоре прописывается решение практически всех проблем и вопросов. Второй немаловажный момент – безопасность производственного процесса. В первой части коллективного договора этому уделено больше всего страниц – 8, что как минимум в 2 раза больше относительно других важных разделов. Слабыми сторонами коллективного договора является его объем и недостаточность гарантии его соблюдения. Объем – слабая сторона – мало, что ли, или много? Так это непонятно. Объем уже определяется тем, что там, какие гарантии прописываются. Если их много, этих гарантий, он толще. А если их мало, то он тоньше. Задача в чем? Вам же не нужно его читать, вам нужно знать, на какую статью опереться, в случае чего каждый раз вы опираетесь только на одну статью. Поэтому хоть бы вот такой был бы объем. Вы бы нашли, сказать, так, какой у нас вопрос с условий труда? Так, загазованность. Загазованность, вот это. Или спецодежда. Так, чего нужно? Плащ? Смотрим плащи. Больше ничего не смотрим. Это вот такие вещи, как юридические документы все, они не для чтения, они для того, чтобы опираться на соответствующий пункт. Чтобы на него сослаться и потребовать исполнения. Поэтому это не сильно слабое. Но в принципе, это хороший ответ. Так, Хабаров. Вот он. Данный коллективный договор в общем и целом улучшает положение работников. Улучшает так незаконченно. По сравнению с чем? По сравнению с чем, что было раньше? Или все время улучшает? Не все время улучшает. Он как что-то фиксировал, то и остается. Сказать, что улучшает, не скажешь. Он какую-то динамику закладывает. Вы заметили там какую-то динамику? Заложили, что вот рост, постоянный рост зарплаты на 3% в год. Есть такое там? Нету. Поэтому вот если бы такое там было, а это такое возможно, это было бы постоянное улучшение. А там такое крошечное улучшение есть, конечно, связанное с тем, что при росте производительности труда повышается зарплата. То есть там есть 24-е приложение, в котором говорится о повышении уровня реального содержания зарплаты. Есть формула этого повышения? Можно об этом сказать. Ну, в общем, в размерах не очень. Это в случае, когда там есть действительно этот рост. Так. Охрана труда и здоровья, организация труда и отдыха, социальные гарантии и льготы. Да, отдельно стоит отметить пункт 3.6.26, который не позволяет уволить работника без согласия правкома. Так что вот не волнуйтесь, все будет хорошо. Неясно, каким образом контроль за выполнением данного коллективного договора может улучшить исполнение приведенных в нем положений. Это объясняю, как это бывает. Каждый год в декабре генерального директора приглашают на конференцию работников, и он там отчитывается, как выполняет администрация коллективный договор. Я говорю, это мы исправим, это мы улучшим, это, извините. А ему люди выступают и говорят, что же вы, давайте как-то делайте. Так что контроль ведется, потому что профсоюз все это фиксирует, любые нарушения, все это письма соответствующие пишут. Как нарушили, сразу письмо, контроль. Контроль для чего профсоюз существует? Чтобы контролировать коллективный договор. Отсутствие прописанных в договоре штрафных санкций за неисполнение его положений как для работника, так и для работодателя. Ну, дело в том, что они есть в административном кодексе, и там они на уровне там, 5000. Поэтому, так сказать, ставить больше, чем в административном кодексе, как-то странно, вроде как, получается, что же там нарушения административные уже, а тут всего лишь нарушение коллективного договора, больше не поставишь, а меньше, ну и смешно. Поэтому здесь все санкции заключаются в следующем. Вы, если будете нарушать коллективный договор как администрация, то мы, соответственно, начнем работать по-другому. Как вот продемонстрировали работники, взяли и медленнее стали работать, медленнее. А почему? Ну, просто нету энтузиазма. Вы нарушаете. Вы нам даете разбавленную зарплату, мы вам будем давать разбавленную работу. Передайте, пожалуйста. Так, анализ коллективного договора. Кто там такой? О, вдвоем делали. Молодцы. Суязова Дарья и Усманова Виктория. Да. О, коллективный труд. Ну, это здорово.
Никто не запрещал. Нет, вы просто воспользовались. Никто вам не запрещал же делать коллективный труд. А вы специально не спрашивали. Потому что если вы спросили, сказал, нет, индивидуально, а вы же не спросили. И поэтому я никому не запретил. Все, молодцы. Вот видно, творчество. Вдвоем. А если кто будет, сказать, если будет что-то неправильно, сказать, она скажет, это не я делала. Вот она. Можно было еще открыть руку и дать один анализ. Так, вот говорится о материальных помощи, о выплате пособий при увольнении, оплате внеурочных рабочих дней и командировок. И особенность состоит в том, что в рамках этого коллективного договора данные выплаты выше, чем установлены трудовым кодексом. Поэтому, когда они едут в командировку, вот мы едем на заседание Российского комитета рабочих. Я еду в плацкарте и за свой счет, а они едут за счет профсоюза и по той ставке, которая у них установлена. Так. По коллективному договору выведен список профессий работников, которым в связи с вредными условиями труда предоставляется молоко или другие равноценные пищевые продукты. Например, за рабочую смену, независимо от ее продолжительности, выдается пол-литра молока. Сотрудник получает обязательную медицинскую и социальную страховку. Что интересно, включается бесплатное стоматологическое обслуживание. Да, уделяется внимание здоровью семьи работников. Работодатель обязуется выплачивать стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь для детей 6-15 лет во время школьных каникул. Это все хорошо. Недостатки рассмотрим. Преимущества для работодателя. Недостатки для работодателя. Так что вот они рассмотрели и плюсы, и минусы со всех сторон. Всесторонние. Вдвоем. Молодцы. Одна была работодателем, а вторая работником. А потом наоборот. И так все проанализировал. Так. Власкина Анастасия Сергеевна, она не разделила ответственность ни с кем, все взяла на себя за этот вот факт. Сейчас все теракты берут на себя ответственность за них, а она вот написала хорошую работу. Так. Анастасия Сергеевна написала, что обладающий юридической силой документ, локальный нормативный акт. Во многих статьях Трудового кодекса есть ссылки на коллективный договор. То есть коллективный договор, больше получается прав. Нет коллективного договора, меньше. Как говорится, те, кто сумеет организоваться, они получают больше прав по Трудовому кодексу. Да, это правильно. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие при реорганизации организации, изменении состава, структуры, наименование органа организации, расторжение трудового договора с директором организации. Это очень важно, потому что во всех по трудовому кодексу он прекращает свое действие с окончанием реорганизации. То есть я начал реорганизацию, а право на реорганизацию есть всегда у работодателя. И все эти наши договоренности все улетели. Их нету больше. Все, у нас реорганизовано. Я присоединил вот тот ларек к своему предприятию. И у нас теперь... А название возьму от того ларька. Какой там? Супер кебаб. О, будет у меня название теперь. Кто может запретить название? Никто. Так. Контроль пределов допустимых нагрузок, аттестация работников, ежегодное обучение уполномоченных по охране труда. Перед началом работы с опасными для здоровья грузами необходимо заключение специалистов органа санитарно-эпидемиологического надзора. Ну, например, там вот идут фумигированные грузы, то есть шрот – это растительный корм, который, чтобы в нем не было жучков и прочих всяких животных мелких, его отравленными газами протравливает. Но потом есть сколько-то дней, пока вот эти газы должны выйти. И надо проверить. Если не проверить, и пойдут люди туда разгружать его или перегружать, и они отравятся. Поэтому это не вопрос. Теперь как вы думаете, а радиоактивные вещества туда-сюда возят? Возят. Проходят они через порт? Проходят. Поэтому это очень существенно все, что вы заметили. Предусматривается ежегодный обмен опытом с работниками других портов.
Материально поощряются инициативные работники, деятельность которых приводит к улучшению производства. Четко прописано рабочее время, смежные графики, сверхурочные работы, отпуска, условия их оплаты, размеры и условия оплаты труда. Ну вот они прописаны, они вообще лучше, чем у других. Вот, например, я могу вам сообщить такой факт, что в морском кадровом агентстве, которое является собой организацию заемного труда, примерно в два раза ниже зарплата при выполнении той же работы. То есть, если люди не организованы в профсоюзе, нет коллективного договора, будете получать в два раза меньше. А если вы организованы в профсоюзе, у вас есть коллективный договор, будете получать в два раза больше. И докеры, вот эти докеры, они поняли, что от того, что вы больше будете работать, вы просто больше будете болеть, и деньги потом будете тратить на лекарства. А надо, так сказать, сорганизоваться, и тогда вы получите лучшие условия своей труда и оплаты. Так, минус ограниченный срок. Ну, это не минус договора, это минус закона. В пункте 3.6.21 ежемесячно перечисляются средства работника, заключившего коллективный трудовой договор, на лицевой счет в негосударственный пенсионный фонд. Почему в негосударственный? Потому что государственное, оно само собой остается, а вы еще можете иметь договор с любым негосударственным пенсионным фондом. У них есть негосударственный пенсионный фонд «Капитан», который будет оплачивать дополнительно к той пенсии, которая идет по обязательному государственному страхованию. Так, спасибо, хорошо. Так, Гущина Евгения. Вот, она тут сидит. Она такую большую написала. Так. Коллективный договор написан. Все-таки анализ коллективного договора. Но сразу написано, при анализе данного коллективного договора я обратил внимание на несколько аспектов. Что касается обеспечения занятости. Работы с грузами на судах могут производиться только докерами-механизаторами. Имеется в виду теми, кто имеет соответствующее удостоверение. Иначе бы там тоже работали гастарбайтеры. И падали бы в воду, и никто бы это не замечал. Поскольку мы видим, наблюдаем, что этих гастарбайтеров не оформляют на трудовой договор. И куда угодно посылают. А если они заболели, как бы их и нет. Так что это вот правильно, что вы заметили. А если организация не в состоянии обеспечить соответствующие условия, нужно уведомить правком докеров. Ну, уведомить, и что дальше? Что-то как-то недоговоренность есть какая-то. Дескать, я вас уведомил и продолжаю тогда. Или наоборот, или прекращаю. Вот как-то тут надо доигрывать. При отсутствии либо снижении объема работ нужно направлять людей на другие работы. Были такие случаи, когда они работали на других предприятиях города по коллективному договору, получали нормальную зарплату, а не 2/3 тарифа, как те, которые получают в случае простоя по вине администрации. Есть пункт о том, что работникам должны выдавать удобную и современную спецодежду. И весь набор. Если не напишите набор, будет плохая, другая. Дешевая и неполезная. Что касается оплаты труда, то я обратил внимание на прописанные повышающие коэффициенты к нормам труда, если работа происходит в неотапливаемом помещении или зимой. А также работодатели, а там они работают в холодильниках сплошь и рядом. Если там, скажем, мясо пришло или куры, вот они туда, так сказать, заходят и там перегружают. И находятся там длительное время, сменами целыми, конечно, поэтому это вот существенно очень. Делается ссылка на приложение 24, но в нем огромное количество сложных формул расчета. Значит, работник из этого поймет одно, что ниже, чем инфляция, никак ему нельзя, вот чем индекс инфляции, прибавить ему меньше нельзя. Вот это он должен понять. А больше можешь формулы не считать. А все остальные находятся в таком положении, когда индекс инфляции не получается. Так, хорошо. Так, ратуша, наверное, Вероник. Ратуша, да. Ну, ратуша, конечно, да. Правильно. Но есть Иванов, а есть Иванов. Попробуй вот определить. Есть же, да? Все вот Иванов есть, говорят. А есть Иванов? Это разные люди. Так.
производственных споров, производственных конфликтов и производственных споров. Что-то вот новый такой термин ввели. Это производственный спор и производственный конфликт. Это не трудовой спор, не трудовой конфликт. Вообще закон называется, и там все это разделы о социально-трудовых конфликтах. И курс, а у вас производственный конфликт. Производственный конфликт. Два производства поспорили с собой. Это производство А, в производством Б вступили. Металлургическое производство конфликтует с обрабатывающим производством. Так? Или споры производственные. Завод производства обуви конфликтует с заводом производства одежды. Это производственные споры. Я думаю, тут все-таки трудовые надо писать. Потому что производства разные могут быть. Есть и производственные споры, на самом деле, но мы ими тут не занимаемся. Споры между юридическими лицами, допустим, разными производствами, которые представляют собой разные производственные единицы, где решаются? Сказать? В арбитражном суде. Вот у нас существует арбитражный суд на Суворовском. На углу Суворовского и Тульской 13-й арбитражный апелляционный суд. Туда пойдете, если вас не удовлетворит решение в первой инстанции. Оттуда пойдете в Северо-Западное, на Кубовище. Там будете решать дальше вопрос. Так. Ну, отметили вы, что плюсом является то, что экземпляр выдается каждому работнику, писавшему его. Особое внимание уделяется вопросу установления надбавок и премий, в частности, для рабочих с вредными условиями труда. Ну вот могут быть маленькие надбавки, может быть большие. Тут, конечно, важно было бы определить, вот, насколько это весомо, то, что там делается. Это еще требует более углубленного анализа. То есть хорошо, что это есть, как вы говорите. Это бытие. А в какой степени? В этом смысле вот Гегель даже пишет, что количество есть более глубоко понятое качество. Отсутствие такого положения говорит о том, что уровень реального содержания заработной платы работника не повышается путем увеличения месячной тарифной ставки работника на индекс роста потребительских цен. Неправильно. 124-е приложение обеспечивает это. Обязательно ежегодно, написано в каком квартале, повышается на индекс цен, плюс еще прибавка, связанная с ростом производительности труда. Посмотрите внимательно. Так, Титова. Вот она наша, председатель правкома, будем считать. Сейчас посмотрим, что она нашла тут, какие плюсы. Вот. Официально прописана доставка работников до объектов работы к местам отдыха и приема пищи, потому что там находишься на это. И не успеешь и поесть, если будешь идти с места работы до места, где ты можешь принять пищу. Так. Не уточнено время развозки. Если есть развозка, она у них в любое время. Это как бы само собой. Развозка тогда называется развозка, когда это не транспорт, а когда вы закончите работу, вас и повезут домой. Скажем так, у всех транспортников считается. У всех. Так. Ну, тут три пункта на плюсы, дальше пошли минусы. Тут его раздербанили. Хорошо. Так, пункт 1.4 введение о сохранении действия коллективного договора в случае реорганизации, изменения состава и так далее. Это вам не понравилось. А это и хорошо. Иначе он сразу разрушается, не нарушается. Нет его, он недействителен. И все. Вы остаетесь незащищенными, и, то есть защищенными в рамках только Трудового кодекса, и все. Это наоборот, это хорошо, а не плохо. Количество. Коллективный договор не должно иметь фиксированное количество. Что тут вы такое тут? Их нужно напечатать столько, чтобы каждый работник имел возможность с ним ознакомиться. А это вот возможность с ними ознакомиться вот, демонстрируется российской газетой. И никогда не читали, в российской газете есть напечатанные нормативные акты. Ослепнешь, если будешь с ними знакомиться. Но они вот ознакомиться можно, они напечатаны. Поэтому, скажем, обычная практика такая. У председателя правкома есть экземпляр, и у директора, и все. Но при желании можете ознакомиться. Вот в этом году впервые наш университетский коллективный договор вдруг распечатали и лежало у нас на кафедре. Можете ознакомиться. Это вообще небывалое дело.
А так его никогда... Я сколько здесь работаю, уже больше 40 лет, ни разу не видел его в глаза. Наконец увидел. Так что бывают такие ситуации. Это важно. Необходимо уточнить список всех проявлений дискриминации. Ну, это тут как вы все. Ну, это просто написано, что про дискриминацию. Да. Это подразумевается, что, ну, как бы апеллируют, что вот это действительно была дискриминация, это не была дискриминация. Так, вас не возьму, потому что вы со мной спорите. Ее не возьму, потому что она в черном платье. Так, вас не возьму, что вы в белом платье. Это и есть дискриминация по любому признаку. Ни по какому признаку нельзя дискриминацию? Ни по какому. Не надо ничего перечислять. Дескать, попробуйте вы перечислить, я умру, буду перечислять. Это такой способ сохранять дискриминацию, ссылаясь на... Если что, сразу можно было показать, вот по этому пункту, да, действительно, будет дискриминация. А если запрещена всякая дискриминация, значит, по любому пункту, вам еще больше прав. Ничего плохого-то. Не могу я вас дискриминировать ни по какому пункту. Мне не понравился цвет ваших волос, все, проходи. Ну, что это такое? Не так? А так и бывает же. Рыжих не брать. Как говорит Петр, не брал рыжих, говорит, их не надо брать на государственную службу. Вот взяли Чубайса, вот результат. Это Петр чувствовал, чем дело кончится. Но это дискриминация по цвету волос. Блондинок все время тут начинает критиковать меня, дескать, они, дескать, не дотягивают по уму. Это же дискриминация, все время тут на ними потешаются. Они уже перекрашиваться начали, чтобы не говорили, что они глупые. Что это такое? Дискриминация сколько угодно может быть. По росту. Дескать, куда вы? Туда маленькие нужны. И так далее. Пункт об увольнении при сокращении численности или штата работников. Матерей-одиночек с детьми в возрасте до 15 лет. Вопрос также состоит в том, попадают ли дети-инвалиды под эту категорию. Ну, если они дети, то попадают. Потому что если дети, они инвалиды, они все равно дети. Тут, по-моему, по логике вещей. Нет, ну просто сам в законе посмотрел, там как бы дети. Это не в законе, а это здесь подпадает. Раз дети, все. А если инвалиды? Ну там просто инвалидов возраст. Они и не выделяют, они сразу раз, 15. Ну там другое уже, там они взрослые. До 15 всего здесь написано. Да, да, да. А инвалиды а ПТК вот у детей инвалидов до 18. А про детей, а то, что остается в законе, никуда не девается. А тут прибавляется еще и детям до 15 лет. Нельзя уволить мать-одиночку. Взяли ее, уволили, а у нее дети маленькие. И что делать? А что они есть будут кушать? А она, может быть, никто не спрашивает, она замужем, не замужем. Хорошо, мать-одиночка, у нее трое детей. Ее уволили, что? Есть такие случаи, когда матери убивают детей? Есть такие случаи, потому что есть нечем кормить, с ума сходит. Ну, так сказать, и убивает. Страшное дело, поэтому это вот серьезный вопрос. Так. Условия и порядок снижения премии. Как фиксируются все перечисленные проступки работника? Не беспокойтесь, администрация все, чтобы сэкономить на премиях, фиксирует. Не волнуйтесь, все хорошо. В настоящем договоре, вот пункт 10, продолжительность ночной смены составляет 11-12 часов, дневное время это 7,5-8. По трудовому законодательству средняя продолжительность ночной смены составляет 8 часов. И вот это правильно вы заметили. Что получилось? Докеры стали добиваться сокращения группировки своего рабочего времени так, чтобы было по 12 часов. Это запрещено законодательством. И им разрешили. Это привело к тому, что когда докер на работе, он не может заниматься профсоюзной работой, потому что он 12 часов работает, а перед этим он еще готовится, после этого он уезжает. А когда он уже дома, его оттуда на профсоюзные дела не вытащишь. И после этого стали рушиться коллективные договоры, и ситуация у них стала ухудшаться резко после того, как они этого добились. Поэтому это вы тут правильно совершенно поймали их на этом. Поэтому, скажем, Российский комитет рабочих не рекомендует просто говорить о сокращении рабочей недели, о сокращении рабочего дня. И вообще рабочее движение всегда боролось за сокращение рабочего дня, а не просто рабочей недели. Вот сократить рабочую неделю элементарно можно. Вот скажем, сейчас у нас 40 часов, значит так, работать будете так. По 20 часов первые сутки, 20 часов вторые сутки, 4 часа у вас там на сон, отдых, там все остальное.
обед там можете сделать себе в течение этого времени, 4 часов. А дальше у вас 5 дней выходных. Красота? Красота. И сколько вы проживете? Недолго. Вот недолго, да. Будет жизнь хорошей, но недолгой. Или тяжелой, но недолгой. Поэтому вот это вот стремление, как бы уйти с работы, уйти с производства. Производство не только кормит, оно тебя защищает. А если ты становишься беззащитным в силу организации производства, то тогда можно проиграть. И это вот очень важно, чтобы вы это заметили. Значит, что я должен констатировать, уважаемые товарищи? Я должен констатировать, что в основном товарищи-студенты с пониманием своего конфликтологического долга отнеслись к этим работам, проявили инициативу и сознательность, и понимание, продемонстрировали. А что касается тех замечаний, которые я сделал, я должен вам и уже говорил, что и к кандидатским бывают замечания, и к докторским замечаниям. И обычно после всех этих замечаний, когда ничего не оставляют там, камня на камне, потом говорят, отмеченные недостатки не означает снижение высокого высокой оценки, высокого уровня работы. И, конечно, написавший такую работу заслуживает этой самой высокой оценки. Вот что я вам хочу сказать. То есть, как показал анализ, то есть показал наша с вами работа, вы можете самостоятельно анализировать. Ну и понятно, что у каждого при этой работе есть там большие или меньшие успехи, но нужно, в общем, на это поле вступать. И дальше уже в ходе работы вы к этому анализу, так сказать, будете относиться так, что получать еще больше и лучшие результаты. О чем это говорит? О том, что мы с вами работали очень хорошо. Не только у нас были слушания лекций, но и были самостоятельные работы. И то, и другое, что предусмотрено нашей программой. И поэтому мы с вами смело идем на зачет. Да? Прогноз. Какой у вас прогноз зачет? У меня тоже положительный. Честно сказать, но не расслабляться. Если кто при этом общем прогнозе будет какую-нибудь чепуху говорить, ну, вы понимаете. Значит, как зачет будет происходить, вы, наверное, уже знаете. Вы выбираете себе вопрос. Хорошо на него отвечаете. Все, что вы плохое знаете о себе, там умалчиваете. Ну, если вы же хотите показать товар лицом, а что вы будете там рассказывать? То, чего вы не знаете, идите, молчите. А то, что вы знаете, раскрывайте. Ну, я оставляю, потому что у меня оно есть, право. Если у меня вдруг есть к чему придраться, я дальше начинаю еще копать, а это почему, а это что и так далее. Имея в виду, что зачет-то идет не по этому вопросу, а по всему курсу. Но если из ответа на этот вопрос видно, как блестящий человек знает и понимает, я спрашиваю дополнительно, а он еще блестяще отвечает, все. Так что желаю вам успешного зачета. До встречи через неделю.